«Моби Дик» — это книга графомана, которая на безрыбье раздута в какой-то колоссальный философский трактат. Ну, это представьте себе, что в Англии в 20 веке вышла только одна книжка, это вот «Приключения Винни-Пуха». Ну, и там в Оксфорде, Кембридже стали писать диссертации, философские, силлогические аспекты, там, творчество Милна во второй главе этого гениального произведения и так далее. Может быть, я ошибаюсь, нельзя так кратко сразу прямо припечатать. Может, я что-то не понял, пропустил, на самом деле все не так. Но первое впечатление вот такое –